Долина Ар в Германии уже второй месяц восстанавливается после разрушительного наводнения, худшего более чем за полвека. Бедствие унесло 180 жизней, разрушило много домов, дороги, железнодорожные пути и мосты. Люди по-прежнему убираются в жилищах и пытаются восстановить инфраструктуру. Федеральные выборы здесь начались раньше, чтобы все успели проголосовать. Это муниципалитет Альтенар. Тут установили мобильные пункты для голосования. Направляюсь в дом, где все еще убираюсь. Услышал по радио, что можно проголосовать здесь, в ратуше Альтенара. Я сразу решил приехать. Если голосовать по почте, то нужно ездить и собирать все необходимое, а это сложно. Я и так много езжу, поэтому мне проще всего было приехать сюда и отдать свой голос. Члены избирательной комиссии говорят, что это лишь один из возможных вариантов голосования. Из-за наводнения администрации городов сильно перегружены и работают частично. Кроме того, была разрушена инфраструктура, включая избирательные участки. Поэтому сегодня есть эти избирательные микроавтобусы. Конечно, вы также можете проголосовать по почте. Выборы в Германии пройдут 26 сентября. Замечательно, что нам вообще обеспечили условия для того, чтобы проголосовать. Мы в пострадавшей зоне. Нам приятно, что предложили это решение. Если бы они этого не сделали, куда бы люди пошли? Они приняли правильное решение. По результатам голосования в стране выберут нового канцлера. Он сменит на посту Ангелу Меркель, которая занимала эту должность последние 16 лет.